Здравствуйте. Очередное видео про ковку. Сегодня хотелось рассказать про такую вот корзиночку, как ее изготовить, какие размеры нужны, сколько оборотов делается на станке. И где ее применяю? Она применяется на оградах, на углах оградок, на столбах, на столбцах, где вот секции забора. В столбах ворот. Также можно применить их на лестничных ограждениях, да, на перилах. Для изготовления корзинки нам понадобится вот такой вот 10 квадрат. Можно сделать из 8 квадрата, из 6 квадрата, из 12 квадрата. Но в частности покажем из 10 квадрата. Отрезаем 187 миллиметров. То есть 18,7 сантиметров. Такие 4 куска понадобится. Отмеряем 18,7 и отрезаем. Отрезали 4 куска. Дальше зажимаем на тиски. Зажимаем плотно, чтобы все стороны были ровными. Все 4 стороны. Чтобы не выпирало. Завариваю электродами ЛБ. То есть шов должен быть надежным. Чтобы при скручивании на станке шов у нас не лопнул. То есть сварное место не лопнуло. Для этого я варю хорошими электродами ЛВ-52У. Варим вторую сторону. Тоже так же зажимаем. Смотрим, чтобы все четыре стороны были одинаковыми, то есть ровными. Также завариваем. Сварка не должна выпирать из четырех сторон. Вот примерно так. ЛБ варит хорошо, без пор. То есть вот соединение. Вот все четыре стороны ровные. Заварили, погнали дальше. Дальше мы отшлифовали вот от заусенцев, как более-менее. Вот. Ставим на станок. Делаем отметочку. Вот. И делаем один оборот по часовой стрелке. Вот один оборот. Дальше мы застопорили, и у нас будет теперь движение вращательное и поступательное. И вращаем против часовой стрелки теперь. Сделали мы два оборота, то есть оборот вращательный, поступательный, два оборота. И теперь оборот в другую сторону, по часовой стрелке. То есть мы распускаем корзинку. Распускаем до тех пор, пока приблизительно на ваше усмотрение. Можно распустить чуть пошире, можно распустить чуть уже. Вот так вот средненькая пойдет. Дальше вытаскиваем, и корзиночка будет готова. Вот такая вот корзинка получается.
Всем пока. Кому было интересно, ставьте лайки, подпишитесь на канал. Вот, будут еще видео про ковку, про кованые изделия. Всем пока.